Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в городе Феодосия, около железнодорожного вокзала города. Располагается он в центре города. Стоит, мы видим, памятник Ленина. Здесь зимой на этой площади ставят новогоднюю елку. Находится вокзал почти на берегу моря, 200 метров от моря. Вот такой вот небольшой, уютный вокзальчик. С утра город убирается, дворники. Раннее утро еще сейчас, 5 утра. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.